Музыка объединяет в этом зале те, для кого делают добро и кто сам идет ради других на многое. В актовом зале 14-й Химкинской школы провели благотворительный концерт для пенсионеров и детей с особенностями здоровья. Даша Воробьева, ученица 7 класса, свободное время посвящает литературе. Больше всего я хочу быть учителем русского и литературы. Ага, а почему? А мне просто нравится очень русский язык. И литература. Я пишу стихи, сочиняю пьесы, у меня также папа работает в театре. Благотворительные концерты в Химках – добрая традиция. Здесь инициативу поддержал благотворительный фонд «Город добра». Его президент Ханаглан Алиев сегодня вручил подарки детям и ветеранам труда. А в этой школе мы часто бываем. Мы эту школу любим, они очень хорошо организуют. Мы всегда приезжаем, они нас приглашают. Ну, соответственно, там накануне Нового года поздравим ветеранов, детей, инвалидов. Ну, я думаю, что им будет приятно. Золотое сердце, сердце золотое, бьется, как другие, нет ему покоя. Алена Беляева, Ксения Брагина, Матвей Шинкаренко, служба новостей.